Он тебя болванил. Нет, я не марионетка. Она его лучше знает. Он двуличный гад. Открой глаза. Как ты меня назвала? Хочешь, повторю. Руки прочь. Ты меня достал, как и весь ваш хлев. Вы здесь жалкие неудачники. Кто? Кто? Стойте, стойте! Девочки, помогите мне их растащить. Испугалась? Я такой страшный. Ты уходишь? Почему? Еще рано. Там все наладилось. Ладно, но завтра мы с тобой кое-куда поедем. Это сюрприз. Иди. Завтра в 4 на углу встречаемся. С Лисой все хорошо, как всегда. Хватит вздыхать, как тюлень. Когда у тебя все было хорошо с Пабло, ты вздыхала еще громче. Лучше не вспоминай об этом. Почему? Фаби, почему между нами все время кто-то встает? Глухая? Да, только не называй ее так. Ты еще ее защищаешь? Пабло лишь о ней думает. Может, он влюбился? Сомневаюсь. Вряд ли Пабло к такому готов. А Фаби нужно заботиться, в какой-то мере жертвовать собой. А Пабло привык думать только о себе. Да. Как мне от него избавиться? Я переживаю. Пабло вспыльчивый, несдержанный. Поворот, поворот, плечо, плечо. Раз, два, раз, два, поворот. Ты что? Есть разговор. У меня урок. Это очень важно. Ребята, вы пока разомнитесь, ладно? Идем. Точно важно. Не то слово. Да? Пабло встречается с Фаби. И что? Они все время вместе. Ты для этого меня вытащила? Нет, Лиса, они не просто встречаются. У них самое настоящее тайное свидание. Поняла теперь? Черт, забрал ее прямо от двери. Ты видела, как она в него вцепилась? Видела, да? Если хочешь за ними проследить, я попрошу машину у Рыжего. Зачем мне это надо? Чтобы прибить этого гада на месте. Спокойно. Скоро все узнаешь. Спокойно. Привет. Как дела, доктор? Нормально. Это она. Привет. Ты не сказал? Нет. Я хочу, чтобы доктор тебя посмотрел на предмет возможной операции. Да. Почему нет? Он тебя просто осмотрит. Фаби, в этом нет ничего страшного. Не бойся. Не бойся. Где Фаби? Ты забыл поздороваться. Ты видела Фаби? Нет, зато я видела Лису. Она чуть не плачет. Почему? Из-за тебя. При чем тут я? Не строй себя, идиота. Мы видели, как ты уезжал с Фаби. Когда я возил ее к врачу? К врачу? А вы что подумали? Стой. Эй. Что ты...
Ошибаешься. Ничего не было. Твоя подруга... Моя ошибка в том, что я до сих пор не поняла какое-то дерьмо. С меня достаточно. Лиса, подожди. Эва нафантазировала черт знает что. Лиса, вернись. Лиса.